Всего 5 имен, к которым всегда липнут деньги. Удача на их стороне. Многие из нас упорно трудятся, чтобы заработать нежелаемое. Есть и другой тип людей, которым всегда везет. Такие счастливчики судьбы имеют крупные суммы денег и легко ими распоряжаются. Женщины любят быть независимыми и иметь финансовый достаток. Как отмечают эксперты, эти 5 имен обладают уникальными способностями, которые могут превратить их жизнь в сладкую и беззаботную. Какие имена имеют денежный успех? Многие Татьяны умеют извлекать из любой ситуации пользу для себя. Эти женщины уже к 35 годам способны заработать немалое состояние. Женщины с такими именем имеют успех, и их мечты сбываются. Татьяны умеют грамотно распоряжаться своими деньгами и частенько помогают другим. К женщинам с именем Катерины деньги плывут прямо в руки. Катерина очень умело пользуется своим упертым характером и имеет большой заработок. Девушки с таким именем без особых проблем тратят деньги, при этом имеют больше. Екатерины быстро выполняют поставленную задачу на работе и имеют уважение среди коллег, что приносит им дополнительный заработок. Еще одно женское имя носит Елена. Такие женщины не любят тратить много денег попросту, хотя имеют небывалый успех и достаток. Благодаря своему характеру, экономии и упертости, Елена имеет в 10 раз больше остальных. Елены прекрасные руководители и собирают вокруг себя только успешных людей. Превосходство над другими и легкость в решении вопроса всегда имеет успех. Этим пользуются Оксаны, поскольку обладают уникальным умением доброты и жесткости. Высокий интеллект и деловое общение с людьми позволяет Ксении иметь большие доходы. Оксаны много работают и получают хорошее денежное вознаграждение. Легкость к жизни приносит для Ольги большие деньги. Такие девушки никогда не унывают и идут на большие риски. Чтобы заработать крупную сумму, они готовы пойти на все. Благодаря таким своим качествам, Оля может словить большущий куш. Успех заключается в умении рисковать и плотно трудиться, потому Ольги всегда имеют в своем кошельке деньги.